Президент Международной федерации бенди Борис Крынник намерен лично ознакомиться с ходом подготовки Сыктывкара к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. Визит должен состояться в конце сентября, начале октября. Текущим отчетом министра спорта Коми Николая Бережного, как сообщили в его ведомстве, Крынник остался доволен. Доклад принят без замечаний. Подняты некоторые важные оргвопросы. Например, возможность использования Коми языка в рекламе. И в целом уточнен порядок взаимодействия в части освещения мероприятия. А еще стороны детально обговорили структуру расписания игр в группах А и Б, взаимодействие по антидопинговому контролю и обеспечение транспортом участников. Событие пройдет, напомним, в начале следующего года.